В результате удара по штабу Черноморского флота в аннексированном России Крыму убит командующий флотом адмирал Виктор Соколов, сообщили представители сил специальных операций ВСУ. Авиаудар по штабу в Севастополе был нанесен 22 сентября. По информации украинской стороны, кроме Соколова, погибли еще 33 российских офицера. Минобороны России сообщало об одном пропавшем без вести военнослужащем. ВСУ также опубликовали обновленную информацию относительно потерь России в ходе проведения спецоперации по уничтожению большого десантного корабля «Минск» в ночь на 13 сентября. По уточненным данным, убиты 62 военнослужащих. В сообщении отмечается, что на следующий день корабль должен был выйти на боевое дежурство, поэтому личный состав находился на судне. В России на сообщение о гибели командующего Черноморским флотом и потерях личного состава пока не отреагировали. В понедельник агентство ТАСС сообщило, что на Минске ведутся работы по расчистке поврежденных отсеков, а повреждения подводной лодки «Ростов-на-Дону» незначительны.